Добро пожаловать. Вот, ну, для начала ролика я хочу поздравить уже с предновогодним праздником, уже как 30 декабря, уже совсем скоро, ребятки, уже... А, если не обращайте, что у меня скин так, ну, скин чуть не поставился, странно, не знаю почему. Вот, короче, я, кстати, текстуры поставил новогодние, или рождественские, короче, неважно, такие, короче, новогодние текстуры. Извините. Вот, я вас, конечно же, со всем этим поздравляю. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Вот, все, так сказать, вам хорошего и наилучшего. Так, ну ладно. Если что, вы некоторые цвета, ну, вы некоторые предметы не поймете. Я там уже практически все выучил. Кстати, вот такие у меня взяли сундуки. Вот, такая текстурка двери у меня пока что. Вот. И вот тут, ребятки, как видите, у меня выпал уже снег. И вот так вот деревья красиво украшены. Ну ладно, поехали к ролику. Все, так сказать, это попраздновали, надо и мир узнать. Короче, что у нас сегодня в планах? Сегодня у нас в планах, ребятки, построить ферму. Сегодня мы с вами, ребятки, построим ферму. Я думаю, ребят, можно вот тут построить ферму. Давайте, ребят, да, построим тут ферму. И я думаю, еще потихонечку будем делать... Ну, приводить уже нормально, будем делать нормальный ландшафт, да. Я думаю, ландшафт сделаем с вами. Так, ладно, поехали. Так, берем земельку, я тут накопал заранее, ребята. Вот, когда я копал, у меня тут уже почти все сломалось. Как видите, уже лопата кончилась, топор кончается, и мотыга почти кончилась. Вот, ну ладно. Так. Ну, в смысле, почти сломалась. Так, теперь, давайте мы с вами вот таким вот образом с вами все сделаем. Так, ребята, извините. Небольшие технические неполадки. Ну ладно, шутка. Так, ладно. Я думаю, пока что у нас ограда будет вот такой вот, потом со временем, ребятки, его будем все улучшать и улучшать, да. Да, у меня будет оград вот так вот на воде. Вот, так, вот таким вот образом. У меня еще целых 30 этих штук есть. Ладно, давайте с вами, знаете, как сделаем. Давайте мы с вами сделаем. Вот, давайте еще по одной такой вот дорожке незаземлевой. Не знаю, как это сказать. Ну, короче, вы меня поняли. Я надеюсь, вы меня поняли. Да. И вот тут давайте еще. Остальную землю мы с вами, ребятки, прибережем. Зачем? Значит, чуть позже. А, ну, еще у меня есть грубая земля. Ну, ладно, ребят, поехали высаживать семена. Так, как видите, я накопал 10 семян. И сейчас вспахиваем мы с вами все это поле. Да, блин, мотыга кончилась. Ладно, ребят, извините, мотыга кончилась. Сейчас одни технические штучки у нас... Одни технические шоколадки у нас с вами произошли. Нам надо свалить домой по бырику. Накопать дерево, господи. Я уже путаюсь. Так, быстро берем дерево. Вот так вот. Вот так вот. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Это вот так. И давайте сам еще лопату возьмем, потому что у нас лопата тоже уже кончилась давно. Так, ну что ж, поехали дальше. Поехали. Берем мотыгу нашу деревянную и поехали. Ра-та-та-та-та-та-ту. Ра-та-та-та-та-та. Все, готово. А теперь давайте сами засадим семена. Я вам предлагаю засадить семена вот тут вот. Да. Не знаю почему. Ладно, давайте мы с вами все засадим. Вот таким вот незамысловатым образом. О! О, прям, все. Так, ладно, поехали. Ой, так, ферму мы с вами уже, ну, почти сделали. А, точно, я с собой. Я сейчас сделал заборчики из сосны. Нам надо еще с вами, ребятушки, заборчики из сосны. Вот таким вот незамысловатым образом. Вот. Теперь, и давайте мы с вами сделаем подмостки, специальные деревянные подмостки. Ну нет, не подмостки, господи, и полублоки, господи, я, ребят, извините, я уже путаться начинаю по полной программе. Так,
Так, ну непривычно с этим скином ходить. Вот это. Да. Господи. Так, ребятки, еще раз извините. Так, теперь что мы с вами делаем? Берем с вами вот это. Давайте, ну, у нас же как-то украсить, да? Все-таки мы не бомжи с вами. Ой. Извините. Давайте пока что, да, давайте пока сделаем с вами 12 штучек. Я не уверен, конечно, что нам не хватит. Да, ребята, нам и как не хватит, поэтому... А, мини-забора нету, ну ладно. Фиг с ним. Во, 24 досочки. Надеюсь, нам хватит. Так, теперь. Побежали, побежали. Опа, паркур века. Как мне плохо поснилось. О, все восстановилось. Так, поехали. И сейчас ставим мы вот таким вот незамысловатым образом. Все, ребятки, готово все. Соответственно, давайте я сделаем. Да вот. Да господи, что у меня с Майнкрафтом. Во! 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 Во, ребятки. Вот так вот пока что у нас вот такая ферма. Соответственно, с вами на краске тут есть один факел завалялся. О! Так и немного осветим нашу ферму. Так, ладно, давайте мы с вами сделаем такую световую дорожку, если так можно сказать, потому что уже, как видите, темнеет уже. Вот. Кстати, ребят, в следующей серии мы с вами полностью пойдем это уже копать, уголь, потому что у меня угля, ребята, очень уже мало, да и, в принципе, надо ресов немного покопать, а то у меня, по-моему, ни одного железного реса нету. Так, быстренько уголечек. И быстренько палочки. Да господи, что ж ты будешь делать-то? Быстро это сюда, это сюда, это сюда. Давайте 8 факелов это сделаем. Потому что нам надо сейчас экономить уголь, потому что нам еще уголь понадобится. Ну, в следующей серии нам, по крайней мере, понадобится на факела. Господи. Так. Вот тут поставим факел. Вот тут с вами поставим факел. И вот тут надо, наконец, нормально осветить уже все. Территорию. Вот, в принципе, нормально и освещено. Вот. 4 факела. Так. Давайте, пока ничего плохого у нас сейчас не произошло, по бырику с вами, конечно, рядки сами домой. И давайте, ребят, поставим уже с той стороны где-нибудь тоже факел. Да. Кстати, ребят, завтра в 5, нет, не в 5, скорее всего, ну, примерно, короче, вон тогда, в те времена, так сказать, у меня выйдет, ну, завтра, пока я сейчас кое-что еще сделаю, вот, а сейчас буду там вот зелень засыпать, я с вами хочу, ребят, немного поговорить, вот это, да. Ну, а давайте с вами просто, ребят, поговорим по поводу завтрашнего дня. Завтрашний день, ребятки, у нас с вами очень насыщенный. Вот. Потому что мы с вами будем... Да, господи. Это вот сюда. О. Завтра, ребятки, мы с вами будем это... Ну, праздновать Новый год. Ну, не в смысле праздновать. Праздновать будем мы все отдельно. Что я вам, ребятки, хочу сказать. По поводу завтрашнего дня. Я запишу, ну... Кто случайно был, ну, да, в принципе, кто был на моих каналах прошлых, там Майнкрафт Снеговик, по-моему, по-моему, еще Женя 229 у меня был канал. Вот на тех каналах, короче, кто у меня там был, вот. Кстати, мой канал удалился примерно в сентябре прошлого года. Да, прошлого года, примерно в сентябре он у меня удалился.
И поэтому я создал еще один Женя 229 уже. Но он тоже удалился. А все из-за чего, ребятки? Правильно, из-за того, что, видите ли, давно нету. Ну, там все не то. Да. Так, видите ли, я не подтвердил свой возраст. Ну ладно. Так. Да, я пока сделал вот таким вот образом. Вот. А так вот, ребята. Остальное, что я копаю. Ну ладно, поехали дальше. Я, короче, завтра запишу поздравительный ролик. Кто не помнил, опять же говорю. Да, у меня процентов 95, наверное, не знают. Что я, короче, на Новый год выпускаю всегда вечером. В Новый год, ребятки, я выпускаю, ну, примерно во сколько часов? Ну, в 6, в 7. Поздравительный ролик. Да, ребята, поздравительный ролик. Ну, он, мы не во что ли раз сами не будем, просто поздравительный ролик. Просто я там поздравлю, там пожелаю, там удачи в жизни, всего хорошего, там и как бы все. Поговорим с вами о будущих целях моего канала и вот этого всего. И все, ребятки, и как бы, и все. Вот. Пока что, ребятки, вот такие у нас с вами планы на завтра. Значит, я сяду записывать, ну, примерно во сколько? Примерно... Ну, не знаю, конечно, зачем вам эта инфа, но я сяду примерно сейчас, ну, примерно как сейчас, примерно в 3-4 часа, пока там замонтирую, около часа мне монтировать, и я уже все, я выложу ряд на канал его. Надеюсь, вам очень сильно понравится и зайдет, во. А вот. Вот, в принципе, вот пока что как-то так, а? Вот тут все земелька. Пока что это вот такие у нас планы на завтра. Ну вот. А что, ну, немного заспойлерю, что будет на послезавтра. Вот, ну, по моей, ну, по нашей, кто помнит, кто не помнит, по моей традиции, ну, по традиции нашего канала. Я 31 декабря, именно в 6 часов, я записываю и выкладываю ролик на канал. Вот, поздравительный, новогодний. А вот у нас следующий день я снимаю распаковку подарков. Ну вот. И уже я, скорее всего, один день отдыхаю. Один или два дня отдыхаю. И все, я, ребята, выхожу, так сказать, в нормальный режим снятия роликов. Каждый второй день у меня будут выходить ролики на канал. А вот. Вот, в принципе, ребятки, как-то так. А, ну, как видите, я уже две ямы почти заделал. Надеюсь, все будет чики-пуки. Да. Ну ладно, все. Это все. В принципе, я уже потихоньку заканчиваю ролик. Надеюсь, вам понравился ролик, ребята. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Следующая серия, ребят, смотрите, сейчас я вам покажу. Ну, не покажу, вы у себя сейчас. Опа! Вот это, вы у себя сейчас увидели вот такого числа. А вот. Вот такого числа. Ну, сейчас я посмотрю, если честно. В этом, как это называется, господи, в календаре. Потому что вы сейчас увидели на монтаже, потому что я уже посмотрел. А сказать я то сейчас только сейчас скажу. Но, блин, ребят, у меня ничего нифига не открывается. Так, ладно. Во, открылось. Так, смотрите. У меня будет следующий ролик. Так, первого, так, второго. Ну, примерно где-то 6 у меня будет следующий ролик про выживание. Да, примерно 6 января. Да. У меня будет уже следующий ролик про выживание. И там мы ряд с вами уже пойдем. Просто будем, ребятки, такая шахтерская у нас с вами серия будет. Да, ну пока что вот так вот. Я, может быть, за кадром потом это делаю и тут сделаю тропинку. А в следующей серии мы с вами идем копать. Господи, не копать. Ну, короче, добывать всякие руды. Вот это все. Такая вот следующая вот такая каменная, шахтерная, шахтерская серия. Далее, ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока. И всех с Новым годом. Пока.